Всем здорово! Итак, после небольшого карантинчика мы продолжаем наше обучение в Академии Высоких Наук. В предыдущей серии мы починили или отключили, не помню, эту машину. Сейчас этот пиздюк нам по-любому придолбается и что-то начнет говорить. Дом, сука. Я не перестану удивляться. Ты уверен, что хочешь войти в класс? Давай посмотрим учебник, что нам тут пишут в учебнике. Сегодня мне следует, помогите профессору Джонни, посетите урок природоведения. И там надо посетить занятия. Так, до сегодня обеспечение меряются страницы 4 и 6. У нас есть книги. У нас есть, естественно, синглы, история, машины, головоломка, коллекция, задание. Природоведение. Где взять? Обязательно все меряются. Природоведение, правильно? Класс природоведения. У меня нету по природоведению символа, естественно, машины. Естественно, знание это не оно. Может, вот это вот, естественно, знание есть природоведение? Опять перевели неправильно. 4-6 страницы. Так, вечное дерево 500 лет назад является символом школы. Напоминается это дерево тогда также известно своей полинесонной эволюционная пыльца. Поможет ли мне это? Как ты думаешь? Я не знаю. Надо максимально. Аврора арборис. Самые главные такие. Арборалис. Арборы как научно созвездие. Так. Хорошо, грибы какие-то, Артур Смит, поганки. Максимально запомнил, пойдем, войдем в класс. Дом, кстати, не придолбался ко мне, не захотел со мной разговаривать. Решил на уроке побазарить. Так, ну здравствуйте, Алдо. Меня зовут Альдо, и я буду вашим проводником через зеленые джунгли знаний. О, вам будет интересно, только сегодня у вас была возможность увидеть удивительную силу природы. Природа. Это, наверное, он имеет в виду нашу машину, что она там смерч, какой-то гром, грозу делала. Что вы имеете в виду? Что ж, если бы погода не прояснилась, наше занятие было бы отложено. Поэтому, в конце концов, я думаю, что природа хотела, чтобы мы начали изучать ее сегодня. Да, спасибо тебе за это, природа. Но это лишь один из многих кликов природы, о которых вы узнаете здесь. Семь знаний, посеянных в этом классе, вырастет в нечто особенное. Черт, этот парень может это сделать. Рассчитывай на меня. Эй, по крайней мере, дом взволнован. Какой дебильный, блядь, тут диалог. Я не могу. Этого почти невозможно достичь. О чем они сейчас говорят? Просто бред какой-то. Теперь просто быстрая викторина, чтобы определить ваш текущий уровень. Является ли гриб растением? Нет. О, чудесно, ты все же знаешь ответ. Этот гриб просто восхитительный. Это гриб просто восхитительный. Ну, на самом деле, гриб это ж не растение, это какой-то грибок, гриб, как они их там называют, короче, не буду я говорить, я не помню. А может быть, есть какие-нибудь вопросы, прежде чем мы приступим к выполнению задания? Профессор, мне было интересно, есть ли в окрестностях арбора медведи? Дом. Доминик, что? Меня интересует дикая природа. Доминик, это невероятный вопрос. Невероятный, сука. Чувак спросил не за машину времени, не за что там, эликсир молодости. Молодость, это ж природоведение, правильно, эликсир, там, что-нибудь такое, алхимия, сука. А просто спросил про медведей, есть тут или нет. Невероятный вопрос, сука. Но последний раз медведя видели в этих краях примерно 250 лет назад. Так что не волнуйтесь, вы не столкнетесь с ним в ближайшее время. Ну да. Спасибо, профессор. Если бы вы только знали... Теперь, вдохновленный жаждой знаний дома, я думаю, что у меня есть как раз задача для вас. Давайте начнем, хорошо? Хорошо. Кстати, ты видел, в книжке там про грибы было что-то написано? То есть, может, даже и стоило почитать ее. Итак, надо внимательно, надо вчитываться, потому что по-странному тут все написано, излагают. Эта пещера полна фантастических грибов, которые, я уверен, вы хотели бы собрать. Если вы вошли через вход А и должны выйти через Б, не пройдя более одного раза, то сколько этих прекрасных грибов вам удалось бы собрать? Если я вхожу с стороны А, то есть меня нельзя пересекать, то есть нельзя вот так вот вернуться, покрутиться, вот сюда пройти и еще раз здесь пройтись. Так-то можно их все собрать. Но если я вхожу через вход А, выйти через Б, то сколько этих прекрасных грибов вам удалось бы собрать. Ну, давай попробуем порисовать. Итак, вход А. Если же я пойду сюда, собираю раз, два, потом три,
и 4. Это первый вариант. Если же я пойду опять сюда, 1, 2. Нет, не сюда, вот сюда. 3, 4. Второй тоже 4. Так, если же я пойду сюда, потом сюда, сюда, то 3. Не пройдя более одного раза, то сколько этих прекрасных дубов вам удалось бы собрать? То есть, тут максимальное количество грибов? Или вот, я сейчас могу собрать 3, могу собрать и 4. А если я пойду сюда, 1, 2, тоже могу собрать 3. 1, 2, 3. Могу 3, а могу 4. Как понять? Но если я пойду сюда, то 3. А если я могу вокруг вот так вот пойти, то 4. И какой вариант мне выбрать? Если вы вошли через ход А и должны выйти через Б, не пройдя более одного раза, то сколько этих прекрасных вам удалось бы собрать? Да 4. Все, правильно. Но можно же 3 собрать. Это, наверное, 4, это самое большое. Ну, видишь, там, сука, не написано было самое большое количество грибов, какое вы можете собрать. Там написано просто, как только вы войдете в эту пещеру, пути назад действительно не будет. Просто написано, сколько вы можете собрать, пройдя первый раз. Так, давай. Игра сейчас, это посложнее будет задачка. Когда барон исследовал эту пещеру, он заблудился. Он вошел через вход А, и после многих поворотов, блужданий и отступлений ему удалось выйти через Б. Сколько раз барон поворачивал в поисках выхода? Едрач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Или же 9. Сука, вот это вот задачка. Давай попробуем сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давай попробуем 9. Не угадаю, так не угадаю. Но тут же 9 есть. Нет, не 9, значит. Попробовать еще раз. Получается, у нас есть углы с одним поворотом, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17, 18, 19, 20. А, или этот я посчитал, ну, допустим, 18 с одним поворотом. И есть с двумя, можно повернуть сюда, можно повернуть сюда, тут вообще 4. Бляха. Он ушел в ход А, и после многих поворотов, блужданий и отступлений ему удалось выйти через Б. Сколько раз барон поворачивал в поисках выхода? Надо посчитать все повороты. Наверное. Ну, давай я просто буду, потому что это долго. 18. Тут 3. Допустим, 18, да, я посчитал углов с одним поворотом. 3. 18 плюс 3, 21. Плюс 4. Тут же 4 поворота. 25. Давай 28. Четко, бля, четко. Отлично, вы все поняли. Надеюсь, вам не нужно было проверять каждый ответ. Если вы подумаете об этом, он вошел, повернул налево и вышел, повернул налево. Только честное, только четное число поворотов могло заставить его смотреть в этом направлении. Так что вам повезло, что я дал вам только одно четное число среди ответов. А я, сука, посчитал. Понял? А я просто взял и посчитал количество этих поворотов. Возможно, это реально там... Как бы мы на уроке природоведения, да, находимся, но на самом деле математикой занимаемся. Считаем углы, там, проходы, странок. Ну ладно, чудесно. Я узнаю ученого в процессе становления, когда вижу такого. Какого такого? Такого, как я, что ли? Вот и все на сегодня. Наслаждайтесь солнцем и прочтите страницы 5-7 в следующий раз. Квест завершен. У вас природоведение. Хорошо. У нас есть там дополнительный какой-то квест. И основной, да? Пойдем попробуем дополнительный пройти. Мне бы шоколадок найти. У меня уже нет шоколадок. Шоколадки очень помогают. Вот туса тут происходит вообще. Так, стоп. А, это дерево вечное. Че они все стоят возле двери? Мне кажется, что они сейчас реально ко мне придолбутся. А шоколадки валяются по углам, по-моему. Если я не ошибаюсь.
Ладно, теперь с ними с шоколадками. Пойдем попробуем выполнить. Воп, какая-то. Annual School of May. Банка. Вот что это? Бабочки летают. Пыльца. Я уже видел похожую херню. Это магия творится здесь. Настоящая магия. Прям как в Хогвартсе. Куда-то я иду. Непонятно куда. Я тут еще не был. Вот сидит наш темнокожий друг Нейт. Эй, Сэм, смотри, я рисую комикс. Я нарисовал головоломку. Хочешь попробовать разгадать? Давай. Я за этим сюда и пришел. Комикс. Внимательно прочтите этот комикс и ответьте на следующий вопрос. Какая фигура появляется чаще всего? Чаще всего? Какая фигура? Сердечки, блин, появляются чаще всего. Ну ладно. Два кружочка. Три кружочка. Четыре кружочка. Пять кружочков. Шесть кружочков. Семь. Восемь. Восемь кружков. И треугольников. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Кружков восемь. Треугольников семь. Но у нас есть еще в ответе прямоугольник. То есть это вот это, наверное. Тоже ж как бы является частью комикса. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Большой вот этот. 7, 8 и 9 прямоугольников. Сердечек вообще там 4, да? Давай прямоугольник. Он же является частью комикса. Правильно, четенько. Самое сложное было понять, что вы также должны считать рамки и речевые сноски, как вы умны. Да, я умен, но... О, часть дневника обороны. Но знаки препинания мне неведомы. Что-то не так с этим комиксом. На самом деле, два рисунка какие-то странные. Вы заметили? Так, здесь нужно быть повнимательным. Повнимательным. Что-то не так... На самом деле, два рисунка какие-то странные. Странные. Чем они могут быть странными? Два рисунка странные. Что тут не так? Короче, чувак хочет кружочек вместо треугольника. У этого есть кружочек. Тот хочет с ним поменяться, да? Они поменялись. Показывают четенько все. Он разворачивается и уходит. А этому опять хочется треугольник вернуть свой назад. В чем странность картины? Давай, может, отличия какие-то искать. На самом деле, два рисунка какие-то странные. Вы заметили? Да нет, я что-то ничего не заметил. А ну, секунду. Вероятно, вот эти вот два рисунка... Странные, потому что они не в хронологическом порядке. Возможно, нужно было показать вот это, что сначала обменяться, а потом бы они уже обменялись. То есть, вот такая вот странная последовательность. Тут он с треугольничком, тут с треугольничком, тут с кружочком, а тут с треугольничком. Я думаю, вот эти вот картинки перепутаны местами просто-напросто. Да, правильно, четенько, потому что, ну, как-то там тупо выглядит, все он... с треугольником, потом с кружком, потом с треугольником. И только потом он предлагает ему свапнуться. Должны быть переставлены. Хорошо, четенько, еще одна часть барона. Или это та же? Наверное, та же. Вот именно, правильно, молодец, Сэм. Квест завершен. Дополнительные квесты, я так понял, я выполняю только для того, чтобы собрать часть дневника барона. И все. Ну и мозги свои немножко прокачать. Что это у нас тут? Шоколадка, смотри, лежит. Да твою мать. Дай шоколадку мне. И, кстати, это какая-то... Эй. А, все. А что это? А, это дневная... Дневная головоломка. Там со свечками. Пропавший человек. И у нас тут работник буфета этого. А, ну, здравствуй.
Шторм вызвал такой беспорядок. Все в моей доставке перепуталось. Вы можете помочь распутать? Давай попробуем. Бумажная мешанина, даже буквы перемешались. О, комиксы я вижу знакомые, самолетики какие-то, сердечки. Ветер устроил вам с Барбарой настоящий кавардак. Сколько бумаг вы видите на первой фотографии? На первой? Раз, два, три, четыре, пять. Первая вот эта вот, она лежит сверху. Не первая слева, а вот эта вот. Ну, четыре бумаги. Сколько бумаг вы видите на первой фотографии? Как узнать, какая из них первая? Вопрос. Первая фотография. Да четыре, не знаю. Какая из них первая? Неправильно. Первая фотография. Раз, два, три, четыре, пять. Может, вот это первая. Ну, вариантов мало. Ну, пять давай. Неправильно. Сколько бумаг вы видите на первой фотографии? Бумага. Тут тоже какой-то прикол связан с вот этой фразой «бумаг». Вы видите на экране? Сколько бумаг, бумаг. Бумага. Может, самолетик считается, что он сложен из бумаги? Я взял шоколадку. Может, попробовать шоколадку? Три. Раз, два, три, четыре, пять. Может, это реально самолетик как бумага? Я не знаю, я не понимаю. Тут немножко непонятно. Шесть. Наверное, реально. Вот именно, вы можете увидеть 4 листа бумаги, смятые бумажные шарики, бумажный самолет. Я о чем говорил? Что здесь все, сука, странно. Барбара написала отцу длинное письмо от руки. К несчастью, оно потерялось в остальных бумагах. На фотографиях видно, как ветер треплет и переворачивает бумаги. Вы могли бы выяснить, какая бумага является письмом. Отметьте его на последней фотографии. Вот это вот последняя фотография. На фотографиях, как Петя треплет и переворачивает бумаги. Вы могли бы выяснить. Могли бы. Я думаю, вот это с сердечками. То есть она пишет длинное письмо от руки. Она просто поставила сердечки сзади. И все, типа, папа, я тебя люблю. Ну, скорее всего, молодец. Средняя фотография показывает, что ни один лист бумаги не пуст с обеих сторон. Поскольку никакое письмо не видно, мы знаем, что наше письмо является двусторонним. Если мы знаем это и посмотрим на последнюю фотографию, мы можем заключить, что письмо на бумаге должно быть сердцем. Барбара такая милая. Блять, ну это на самом деле тупая задачка. Ну, там было написано, что оно очень длинное письмо. И готово. Большое спасибо. Теперь я могу положить эти коробки внутрь. Большое вам спасибо. Что ж, пошли. По основному квесту. Шоколадки тут нет никакой. Я пока справляюсь четенько. Мне они не нужны. Но все же на крайняк. Я думаю, лучше использовать все, допустим, варианты. Мне там дается 6. Пусть лучше оценка будет 5 из 10, 4 из 10. Но на самом деле я сохраню шоколадки. А возможно, лучше даже когда... Опа, у меня уже новая появилась. Или нет? А где? Мы же одну тоже собирали. Все мистические предметы, которые мы уже разгадали. Была же где-то еще. Или я подарил вот этому чуваку, корешу своему. Вот не помню, как там было. Да, идем спать. Чувак, спать ложишься? О, я просто слишком громко говорю. Прости, Сэм. Помоги мне с этими фотографиями, чтобы мы могли лечь спать, пожалуйста. У меня новая камера, и я не могу поверить, как потрясающе выглядят фотографии. Не мог бы ты помочь мне? Ну давай, перед сном мозговой штурм. Не помешает туман. Совершенно очевидно, что одна из этих фотографий была сделана в туманный день. Что может быть менее очевидным, так это то,
что на одной из четырех других фотографий изображен тот же самый участок дороги. Вы можете понять, какой именно? Сейчас еще раз, что одна из этих фотографий была сделана в туманный день. Что может быть менее очевидным, так это то, что на одной из четырех фотографий изображен тот же самый участок дороги. Вы можете понять, какой? Я думаю, что вот этот вот. Потому что здесь есть надпись, и этот участок дороги сфоткан просто с другой стороны. Здесь надписи я нигде не вижу. Фонари по разным сторонам, здесь по одной стороне, здесь тоже по разным сторонам, но нет надписи. Здесь она есть. Давай отправим. Вот именно четвертая фотография была сделана на той же дороге, только в противоположном направлении. Вы можете видеть три фонаря и заднюю часть дорожного знака. Да, да, я так и предполагал. Эта дорога ведет в город со своеобразным названием. К сожалению, густой туман скрывает самую последнюю букву на этом дорожном знаке. Не могли бы вы как-нибудь выяснить его полное имя? К сожалению, густой туман скрывает самую последнюю букву. Проквил. Проквилфо. Проквилфе. Но тут тоже как-то надо не просто так наугад. Как-то надо догадаться. Может, как-нибудь задом наперед прочитать? Или же зеркальное отражение как-нибудь? Но здесь явно что-то как-то нужно придумать. Не просто так наугад нажать на букву. Эфликорп. Афликорп. Ифли. Рфликсфли. Офли. Я думаю, Афликорп. Проквилфа. Давай попробуем вот так вот. Просто я думаю, может оно реально задом наперед читается. Сейчас, подожди, еще раз. По алфавиту P-Q-A-S-T-U. Не, не подходит, да? Если по алфавиту. Как-то буквы втулить. O-P-U-R. E-F-G-H-K-L. A-B-C-D-E-F-G. H-I. JK. Короче, давай попробуем так. Неправильно. Попробовать еще раз. Какая может быть буква? Еще одна R, сомневаюсь. X тоже. Еще одна O. Давай попробуем. Ну, я просто не... Почему? В этом имени есть закономерность. Каждая вторая буква такая же, как и предыдущая, только с добавлением одного штриха. Нихера себе. Вот это уже прикольная задачка. Короче, понял, да? Нет? Допустим, ну, если не понял, смотри, P, буква английская. Добавляем черточку, получается R. O, буква английская. Добавляем черточку, получается Q. Так же самое с буквой F и с буквой I. Там черточку, там черточку. Получается другая буква. Прикольно придумано. Вот что я тебе скажу. У тебя очень хороший глаз. Почему бы тебе не взять мою старую камеру, чтобы поработать над своими навыками фотографии? Теперь я могу и снимать. Нахера мне нужна камера? Практика помогает совершенствоваться. И камера не является исключением. Нужно помнить об этом. Вот задание, которое поможет вам двигаться дальше. Сфотографируйте каждого студента нашего курса. А когда закончишь, принеси мне снимки. Там есть специальный значок для тебя. Учитывая, что я один из студентов, вы можете начать прямо сейчас фотографировать меня. Мы со значком будем следить за твоими успехами. Сэм. Если ты хочешь лечь спать, то никаких проблем. А если сделать парочку фотографий, то я за. Давай сфоткаем. Как мне взять... Фотоаппарат. Не так уж и хоть. Так, как мне взять фотоаппарат? I. J. K. L. O. P. B. N. M. Z. X. C. O. H.
Попомните настоящий мой фотограф, но, пожалуй, не так уж и мастер. Хорошо, это была H кнопка, нет, F, R, R, это кнопка R. И теперь мне нужно посмотреть карта книги головоломка. Подозреваемо, что-то здесь я не разгадал. Коллекция, вот в коллекции, вот значки. А где фотографии? Вот фотографии. 3, 1. Хорошо, сколько у меня их вообще на курсе? Ну, я знаю, дом, две бабы, одна черная, вторая рыжая. Черная, в смысле, волосы. Один темнокожий. Один бычара какой-то, мутазонская. Что за сатанисты? Это в пределах нашей досягаемости. Мы приближаемся, брат. Оно было неплохо спрятано. Не время для тупых оправданий. Колеса уже пришли в движение, а мы отстаем. Найди дневник. Этот план слишком долго разрабатывался, чтобы мы запнулись на последнем шаге. Мы не можем подвести его. Не сейчас. Но что по поводу тех, кого уже забрали? У нас будет шанс наверстать упущенное. Впереди долгий школьный год, и мы только начинаем. Что начинаем? Что это за культ у них? О ком они говорят? Не можем подвести его. Подвести кого? Наверное, того, кто пропал. Он что-то мутит там. Конец первой главы. Окей, глава первая завершена. Сколько их? Три всего. Давай начнем вторую. Итак. Теплый вечерний день. Вечерний день. Вечерний вечер. Светится у нас наш артефакт. По непонятным причинам. Это сатанисты что-то делают. Ядрить. Что это такое? Первокурсник, ты в порядке? Я думаю, что все. Просто успокойся. Внимание, внимание. В Академии произошло землетрясение. Некоторые части здания обрушились. Чрезвычайный кризисный центр был создан в лазарете в Атриуме. Все должны немедленно явиться к сестре Джун. Сохраняйте спокойствие, ситуация будет быстро урегулирована. И, конечно же, занятия откладываются до дальнейшего уведомления. Блин, я побрадовался, сука. Это Есенин, слышишь? Дэйв на Есенина похож. Вы же слышали директрису. Давайте скорее в лазарет. Ну давайте. Как тут нам пройти? Что, у нас не будет даже ежедневного задания? А нет, есть, смотри, наверное. Главный источник новостей. Ну давай попробуем, я просто не помню, как ее разгадывать. Тут написано, это подсказка на английском. Давай, давай. Нет одинаковых цифр в этом или в этом. Здесь показывают 4. 4, может здесь вот так вот. 3, здесь 1, допустим. То есть рядышком вокруг должно быть здесь один, здесь один, что ли? Здесь вот так три. Это как сапер, похоже, да? Здесь один быть не может уже, но здесь нужно один поставить. Давай вот так вот, здесь один. Опа. Чё она потухла? Я угадал, что ли? Не понимаю, что означает вот этот кружочек. Each candle filled with indicates exactly how many fields must not be illuminated. Не понимаю я. Во. Два показывает. Зачеркнулось. Тут неправильно немножко. Но мы сейчас исправим это. Два тоже тут быть не может. Значит, здесь один. Один, два. Здесь вот так вот получается. Два тоже здесь не может быть. А здесь два, если поставить. Здесь три. То здесь один. И три здесь. И здесь три.
Все, я проиграл или выиграл? Что это было? Я проиграл или выиграл? Я так и не понял. Разгадал и не разгадал. Ну, вроде и проставил правильно. Там не должно быть в ряду. Ну и бардак. Давай спустимся вниз. Следуй за мной и следи за своими шагами. Ну, давай спустимся, попробуем. И шоколадку он заберем, вижу. Справа лежит. Да нахер ты мне, мадам Морган, нужна? Шоколадку он давай. Еще трясет. Еще трясет. Следи, говорит, за своими шагами. Слежу. И еще я слежу за шоколадками. Нету там ничего? Вот есть, смотри. Хорош, вкусненько. Вкусненько и полезненько, потому что порой без них я не могу разгадать кое-что. Кто мне на курсе? Не знаешь? О, чумной доктор. Ты, слава богу, я могу вычеркнуть тебя из списка пропавших без вести. А кто это? Это Сэм, он первокурсник. Я вычеркну тебя, Сэм. Это означает, что все учтены, за исключением Майи. Майя? Она в классе, но не волнуйся, она не пострадала. Джонни и его сын уже там. Мы можем помочь? Ну, если кто-то из вас умеет обращаться с машинами, вы можете попытаться помочь. Сэм, разве не видел, как ты вчера помогал Джонни с его машиной? Ты показался мне очень полезным. Замечательно, тогда все решено. Сэм, они в западном крыле, и будь осторожен. Иди туда и посмотри, сможешь ли ты им помочь. Я останусь здесь, Джон. Хорошо. Хорошо, пойдем поможем. Давай поможем сначала вот этому. Давай сначала его сфоткаем, потому что, по-моему, это мой чувак. Эксперт по комиксам и большой любитель спорта. Да блин, Эрка, наверное, тоже выходи. Эй, Сэм, не волнуйся, я не ранен. Ничего такого. Медсестра говорит, что я должен остаться здесь, потому что я склонен к травмам, согласно моей карточке. Но скука ранит гораздо сильнее, чем землетрясение. Мои комиксы очень помогли бы в этом деле. Особенно новый мастер загадок. Я оставил его на одном из столов в студенческом клубе. Эй, может быть, ты пойдешь и возьмешь его для меня? Может быть, сейчас не время, конечно. Трясет, вся херня. Ты уже не чувствуешь? Не чувствую. Может, как-то по форме можно определить моих однокурсников? Вот это не они? Не они. Я не знаю, кто в моем классе. Надо будет на следующем уроке. О, вот эти вот мудилы, точно. Давай вот эту сфоткаем. Рамона. Лучше оставить это так. Корнелиус. Как, до того, как он заехал в ничто? Комикс Нейт, а ну верни. Мечтай. Ну, может быть, если ты сделаешь мою домашнюю работу. Как насчет этого? Ну, хорошо. Нахер ты сюда ехал, чувак? Ты ж вообще мудила, тупорыла. Так, расположите домино так, чтобы они образовали единую цепочку. Вы должны следовать правилам. Домино, которое подставляется, должно касаться совпадающих чисел. Если вы сложите два числа в конце цепочки, какой результат вы получите? Если вы сложите два числа в конце цепочки, какой результат вы получите? То есть, мне нужно собрать цепочку. Допустим, начнем... Вот, 5-3, да? 5-3, начнем с нее. 5-3. Давай будем рисовать, потому что по-другому не получится. Тройку, допустим, тулим к тройке. Четверку к четверке. Шестерку к шестерке. Логично, потому что еще можно притулить шестерку. Шестерку к этой шестерке. Четверочку к четверочке. Так, двойку. Двойку, получается, нам нужно... Блин. Тут много вариантов, получается. А если вот эту вот шестерку... А, где она? Подсоединить к двойке. Шестерку вот сюда к двойке. А все равно не получается, да? Останется 6. Так. Давай попробуем вот это вот сюда. Блин. Сложная задачка.
Расположить так, чтобы они образовали единую цепочку, вы должны следовать правилам, данное которое подставляется, должно касаться совпадающих чисел. Если вы сложите два числа в конце цепочки, какой результат вы получите? Хорошо, давай начнем с шестерки. Это сюда. Одна шестерка остается лишняя. Как ни крути, двойку к тройке. Тройку к пятерке. Пятерку к единице. Единицу к двойке. Двойку сюда. Четверку сюда. Но... А, стой, у меня же вот еще четверка есть. Как-то я тут неправильно. Я начал отсюда, то есть у меня четверка свободная. Четверку можно подсоединить к шестерке. Получается 6 и 3, 9. 9, ну правильно же у меня все получается. Начинаем мы, допустим, с этой косточки. К четверке, к шестерке. От шестерки сюда двойка, тройка, пятерка сюда, единичка, двойка сюда. 9, да? Давай попробуем 9. Все верно, все правильно. Там что, нет других вариантов, что ли? Я сомневаюсь. По-моему, можно еще как-то намутить. Вам даже не нужно формировать цепочку. Вы только должны были посчитать, сколько раз встречалось каждое число и добавить два нечетных числа. Поэтому, потому что доминант без подходящей пары должно быть концом нашей цепочки. Иначе мы бы нарушили правила. Ну, тут можно еще и логически, не рисовалками, а логически подумать. То есть, сколько раз встречается. У нас осталось... Свободная шестерка и тройка, правильно? Тройка у нас раз, два, три раза встречается. Шестерка раз, два, три, четыре, пять. Все остальные четные у них число. Пятерка два раза, четверка четыре раза, двойка два раза. Ой, двойка четыре раза. Ну, в принципе, логично, логично. Ну да, да. Ну, до этого сложно было бы догадаться. Давай удалим это все. На этот раз ваша задача состоит в том, чтобы сформировать квадрат из домино. Нет никаких правил, которым нужно следовать, но вы должны иметь в виду размеры. Какое наименьшее количество штук домино вам нужно для выполнения этой задачи, чтобы сформировать квадрат из домино? Квадрат из домино. Так, 2 сантиметра, так 1 сантиметр. Так, 5 сантиметров. То есть, если я соединяю две доминошки, у меня получается параллелограмм. Правильно? Тут 2, тут 2. Как спичечный коробок получается. А нет, даже не так. Спичечный коробок по-другому. Значит, мне нужно выстроить вот так вот 5 сантиметров, но вдоль. Получается продлить. Вот этот у меня доминошка сюда. Доминошка сюда. Тут 2 сантиметра. А, это ж квадрат тоже не получится, если я продлю сюда. Правильно, не получится. Вот так вот. Хоп. Хоп. Квадрат. Просто квадрат, тогда 4. А это ж я начинаю уже сложную фигуру чертить. Квадрат это вот квадрат, блядь. Мне 4 не получается, да? А если две? Смотри, две тулишь, получается раз доминошка, вторая. Вот так, хоп, хоп. Все, получается же квадрат. Две доминошки. Потому что реально вот это уже начинается параллелограмм. Это уже сложная фигура. Молодец. Хитрость заключалась в том, чтобы понять, что вы можете использовать любую сторону, чтобы сформировать квадрат. Если вы установите их и используете на меньшую площадь, вам понадобится всего два камня. Круто. Круто. Это мог сделать любой идиот. Но ты, сука, не сделал. Возьми, все равно их читают только ботаники. Комикс Нейта, он о супергероях, которые разгадывают головоломки. Сука, тут трясет, а он играет, слышишь? Так, ребята, вы мои друзья. Вернее, мои чуваки, нет? Так, ты кто такой? Ты никто, а ты кто? Ты тоже никто. Ну, ту подругу у чувака я разгадал. Походу, они с моего курса. А ты, дамочка,
Нет. Ну, потому что я ее и не помню. А вот эти вот дурики. А, ты кто? Никто? И ты никто. Ладно, а фотки эти сохраняются? Коллекция фотографий. Бля, сохраняются. Как их удалить? У меня же заполнится весь мой альбом. Никак, не удаляется. А, ну и ладно. Ну и хер с ними. Не сфоткаю, так не сфоткаю. Ачивку какую-то не получу. Ну, мне до этих ачивок вообще не дело. Так, сидишь, сиди. Ты кто? Ага, это наш корефанчик. Зачем мне раковина? Раковина такая же, как все остальные. Но это странно. Не нужна здесь раковина. Ну, то есть, я имею в виду, она нужна в санитарном отделе, но в игре зачем ее добавили? Еще и можно использовать. Для чего это? Ладно. Ты принес мне мой комикс? Да, принес, пожалуйста. Большое тебе спасибо, Сэм. Теперь я не буду скучать до смерти. С одним комиксом, перечитывая его, затирая до дыр. Так, что ж, у нас землетрясение. Продолжим разбираться, что здесь происходит в следующей серии. А на этом всем спасибо, кто смотрел. Пока.